Всем привет! Это восьмая часть серии о макете Москвы. В этой части вы сможете увидеть усадьбы и промзоны. В моем плейлисте, который называется «Макет Москвы. Видеоконтент», который позволяет увидеть с экрана монитора то же самое, что и на самой экспозиции. Каждая часть видео этого плейлиста разбита на категории, как и на интерактивных панелях макета Москвы. Таким образом, по названию здания можно увидеть инфраструктуру прилегающих сооружений на макете Москвы. Чтобы детально рассмотреть макет, здесь имеются 4 камеры с 30-кратным увеличением. Управление камерами и подсветкой производится с 5 пультов, расположенных по периметру макета. Усадьба Демидова, Гороховский переулок 4. Городская усадьба Лобковой, Козицкий переулок 5. Городская усадьба Губиных, улица Петровка 25. Городская усадьба Кирьяковых-Татищевой, улица Петровка, 23. Главный дом городской усадьбы Гасса Иванова, Крапивинский переулок, 3. Усадьба Докучаева-Солдатенкова, Мясницкая улица, 37. Городская усадьба Барышникова, Мясницкая улица, 42. Усадьба Кикушевой Листа, Глазовский переулок 8. Усадьба Демидова, Гороховский переулок 4. Усадьба Лемона, Гранатовый переулок 7. Усадьба Поливанова, Денежный переулок 9. Усадьба Шехтеля, Ермолаевский переулок 28. Усадьба Разумовского, Казакова улица 18. Усадьба Дерожинской, Кропоткинский переулок. Wanna...
городская усадьба Казакова Дункер-Цетлина, Поварская улица, 9. Усадьба Гагарина, Поварская улица, 25. Усадьба Миндовского, Поварская, 44. Усадьба Долгоруковых, Поварская улица, 52. Усадьба Лопухиных, Станицкой, Перечистенка, улица, 11. Усадьба Коншиных, Причистенка, 16. Усадьба Бибиковых, Давыдова, Причистенка, 17. Усадьба Ермолова, Причистенка, 20. Усадьба Морозова, Причистенка, 21. Усадьба Охотниковых, Причистенка, 32. Усадьба Самсонова, Причистенка, 35. Усадьба Кутхейля, Причистенский переулок, 8. Усадьба Якунчиковой, Причистенский переулок, 10. Усадьба Матвеевых, Полицейская Пятницкая часть, Пятницкая улица, 31. Усадьба Демидова, Елизаветинский институт, улица Радио, дом 10.
усадьба Шехтеля, улица Большая Садовая, дом 4. Усадьба Морозовой, Спиридоновка, 17. Усадьба Демидовых, Большой Толмачевский переулок, 3. Усадьба Некрасова, Хлебный переулок, 20. Усадьба Волконской, фон Мекка, Чистый переулок, 4. Усадьба Афросимовых, Чистый переулок, дом 5. Усадьба Андроновых, лечебница и родильный дом Лепехина, улица Покровка, 22. Усадьба Нарышкиных, Александровская больница, Малый Казенный переулок, дом 5. Дворцовая усадьба Нескучная, Ленинский проспект, дом 14. Усадьба князей Куракиных, Новая Басмана улица, дом 4. Дом-усадьба Муравьевых апостолов, улица Старая Басманная, 23. Усадьба Волконской Прокофьева, здание пивоваренной фабрики, 4-й Сыромятнический переулок, 1. Усадьба Усачевых-Найденовых, улица Земляной вал, 53. Усадьба Баташевых, улица Яузская, дом 11. Здание бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь», Берсеневская набережная, дом 4. Московский газовый завод, Нижний Сусальный переулок, дом 5.
АЗЛК, Волгоградский проспект, 46. Бизнес-центр Бадаевский, Кутузовский проспект, дом 12. Бывшая кондитерская фабрика «Большевик», Ивенский цех, Ленинградский проспект, дом 15. Фабрика «Красная роза», штаб-квартира «Яндекс», улица Льва Толстого, 16. Бывший хамовнический пивоваренный завод, улица Толстого, 23. Госзнак, улица Павла Андреева, 27. Бывший первый государственный подшипниковый завод, ГПЗ-1, Шарикоподшипниковская улица, дом 13. Бывший московский завод «Кристалл», Самокатная улица, 4. Завод «Красный пролетарий», улица Бутлерова, 17. Предприятие «Кросно Электро», электромашиностроительный завод памяти революции 1905 года, улица Пресненский вал, 27. Микояновский мясокомбинат, улица Талалихина, 41. Центральный научно-исследовательский институт «Комета», Московский завод «Мосприбор», улица Велозаводская, 5. Телеканал РЕН-ТВ, Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича, Партийный переулок, 1. Кондитерская фабрика «Ротфронт»,
2 Новокузнецкий переулок, 13. Деловой квартал Новоспасский. Московская сетесонабивная фабрика. Дербеневская набережная, 7. Фабрика «Ударница», улица Шаболка. Хлебокомбинат «Пролетарец», улица Новостаповская, дом 12. Центральный научно-исследовательский институт технологий машиностроения, ЦНИИТ МАШ, Шарикоподшипниковская улица, дом 4. Центр дизайна Art Play, бывший завод «Манометр», улица Нижняя Сыромятническая, дом 10.